число корон, которые носят британские монархи, входит и привезенная из России после революции 1917 года Владимирская тиара. Как же она оказалась вдали от родины? Принадлежала эта тиара династии Романовых, или точнее, великой княгине Марии Павловне. В 1874 году он к свадьбе подарил своей невесте это специально изготовленное ювелирное изделие стоимостью 48 200 рублей. В 1909 году великий князь умер, но его вдова дожила до революции и благополучно пережила гражданскую войну. В период между февральской и октябрьской революциями с помощью доверенных лиц она выкрала хранившуюся в Петрограде тиару и в феврале 1920 года вместе с ней покинула страну. После ее смерти в 1921 году тиара досталась дочери Елене. Именно она продала ее матери, нынешней королевы Елизаветы II, королеве Марии, за 21 000 фунтов стерлингов.